Привет! Сегодня я покажу вам бижутерию с сайта AliExpress. Мне пришли вот такие вот сердечки. Это серьги получается. Вот с таким вот кристалликом. Скорее всего, этот кристаллик у нас будет пластик, потому что слишком легкий. Что-то не фокусирует у меня камера. Вот он слишком легкий. Серьги сами по себе на ушах вообще не ощущаются. Вот с такой вот резиночкой пришло. Подходят эти серьги как взрослым, так и учащимся в школе, потому что они особо не бросаются в глаза, на ушках смотрятся очень красиво. Следующее, что я могу показать, ну да. Так, это пришли у меня еще одни вот такие вот серьги с надписью Love. Сейчас вам покажу поближе. Вот. Это у нас получается обычные стразики, они вклеенные. Вон, смотрите, как сзади смотрится. Ну, мне они очень-очень нравятся. Те у меня, получается, сестреночка забрала. Эти я уже заказала себе. На ушках тоже смотрятся очень красиво. Они как гвоздики, получается. Вот на мочке уха вот это вот находится. Так, следующее, что я покажу. Это вот такие вот серьги. Выглядит, конечно, по-взрослому, но на ушках очень даже хорошо смотрится. Вот такая вот заклепочка у них тоже силиконовая. Буквально вот недавно решила посмотреть, как они будут смотреться на солнышке. И могу сказать то, что, видите, вот отличается здесь золото и здесь золото. А солнышко, когда на серьги попадает... Это золото не отличить вот от этого. Точности одинаковая. Очень красиво смотрится. И подойдет тоже всем возрастам, но не учащимся в школе. Те, кто в школе учится, мне кажется, они более взросленькие такие. Пришла вот такая вот у меня брошечка. Олененочек. Очень так хороший. Стразы только все вклеенные. И выглядит он у нас вот так вот, олененок с другой стороны. А заклепка у них вот. Видите, вот. Я не знаю, как они правильно называются, такие заклепочки. Так, открываем. Так, вот. Всовываем в одежду или куда прицепляем. Закрываем и все. Никуда не отлетит. Покупала я перед Новым годом. Так как, ну, олень, соответственно, зимнее же что-то. Люблю оленей. Люблю-люблю оленей. Мусор что-то. Так, пришел мне очередной вот такой вот космический кулончик. И к нему вот такие вот серьги. Смотрится безумно красиво с водолазкой и без водолазок, с простыми футболками. Очень-очень красиво. Сами можете увидеть. Ах, да. Я не знаю, смотрел кто-нибудь предыдущее видео или нет. Давайте покажу вам цепочка, с какой цепочкой пришло. Вот. Крепление у нас вот такое. Ой. Ну и последний у меня кулончик, его я не одевала. Заказала, так как я еще и любитель сердечек. Но некоторые вот заказы, что я делаю, я эти заказы, бывает, даже не даю кому-то, сама не ношу. Я собираю что-то. И в будущем хочу сделать конкурс. Но это еще только в будущем. Посмотрим. Я хочу маленькие конкурсы периодически выставлять. Ладненько. Получается вот такой вот кулончик. Металл, я бы сказала, дешевенький, но смотрится очень и очень красиво. Сердечки тоненькие, сзади вон как выглядит. Цепочка вот. Ну, в принципе, мне нравится. Некоторые из них я уже носила, заказывала. Но, еще раз повторяюсь, пришлось заказать повторно, так как у меня... То, что предыдущие были, забрали.
И до новых видео. Все ссылки на эти товары будут внизу в описании. Пока-пока!